этом аквапарке предусмотрено, значит, 5 горок водных. Это будут как бы самые основные аттракционы, которые будут в этом аквапарке. Значит, самые большие будут две горки, которые будут стартовать с отметки 20 метров. Одна горка будет, на которой можно будет кататься четвером на кругах, на лодках так называемых. Две горки будут, где будут, можно кататься вдвоем на кругах. Одна горка, где надо будет ехать на теле. И одна горка будет уникальная, она будет с так называемым вертикальным стартом. То есть это так называемое свободное падение. Ты встаешь на старт, тобой открывается дно, ты падаешь вниз, и какую-то часть, как бы ощущение, как будто ты летишь в свободном падении. Просрочка связана с тем, что генеральный подрядчик наш первый, он оказался несостоятельным, он не смог выполнить свои обязательства по заключенному договору, и мы были вынуждены с ним договор подряда расторгнуть. Впоследствии был заключен договор на строительство, завершение с компанией «Листпромстрой», компания в городе Оренбурге известная, которая, собственно, и занимается завершением строительства объекта. Сейчас у нас ведется строительство контура аквапарка, каркас, то есть каркаса здания, и мы приступаем к монтажу металлоконструкции под горки. Завершение, полное завершение срока строительства, вот я сейчас сказать не смогу, но мы планируем это сделать в втором квартале 2015 года. Ну, я думаю, что наша детвора, да и не только детвора, а уже где-то во втором квартале следующего года, наверное, будет пользоваться услугами этого аквапарка. Ну, по той информации, которую вот я имею от застройщика этого, это будет один из лучших аквапарков, и не только в Приволжском округе, в нашем, но, насколько я понимаю, и в России.